Итак, всем привет. Продолжаем исследовать колобот. Итак, у нас новый раздел «Переселенец». И попробуем выполнить хотя бы два. В свете таких событий, как прошлые задания, да, моторы, вот эту тень мы выполняли долго, я выполнял долго. Может, вы быстрее это сделали, если делали. Короче, так, «Переселенец». Титановый слиток. Дальше найдите несколько титановых слитков и изготовьте из титановой руды титановые слитки. Ну хорошо, начнем. Переселенец 1. Нам надо найти титановый слиток. Окей, нажимаем F1, F1. Так, переместите титановый слиток на финишную площадку. Вы не знаете, где лежит титан, но мы можем дать вам место, где находится финишная площадка. Хорошо. Используйте инструкцию радар. Ну, понятное дело. Понятное дело. Сейчас мы это будем. Вот, потом проверьте, найден ли титановый слиток. В этом упражнении эта строка нам не очень пригодится. Блин, что я тогда копировал? Так как мы знаем, что слиток где-то есть. Тем не менее, лучше приучить себя проверять все, что выдает вам радар. Хорошо, хорошо, хорошо. Ищем титановый слиток, едем к нему, потом граб, берем его, и потом нам надо куда-то поехать. Блин, а как нам задать вот эти конкретные координаты? Go to позиция. Несколько способов. Move, go to. К абсолютной позиции. Ну вот мы go to к слитку поехали. А grab. А нам надо к абсолютной позиции. Go to. А как ее задать? Давайте прочитаем справку. Go to position. Как эту position задать? Как там этот x и y? Ну, наверное, так и надо. Смотрите, наверное, так и надо. Сейчас я F1 нажимаю. У нас вот они сказали, есть абсолютные координаты. Значит, это будет object pos, так, pos точка position точка x равно 10. Надеюсь, так получится. Pos точка, а там же point еще, по-моему, у нас было position точка y равно минус 60. Есть. И нам надо go to сказать. Go to position. Да, post position. Position. Есть. Давайте еще раз справку откроем. Там, по-моему, где бы нам узнать типы данных. Так, смотрите. Инструкции. Инструкции топологии. Где у нас типы? Вот типы int float bool point. Вот point. Нам надо вот это point. Вот так мы и сделаем. А z, блин, а если я z не задам? Какая разница? Он же летать не умеет. Так, давайте, вот point a10 минус 60. И попробуем вот сюда go to a. Потом drop. А это мы тогда уберем. По идее, вот так вот мы должны найти этот слиток, забрать его и отнести на финишную прямую. Окей. Запускаем. Приехал. Взял, развернулся и поехал. Нормальный. И отлично, миссия выполнена. Ура. Ну, ничего сложного, кстати. Предыдущая миссия была на порядок. Ну, даже не сложнее, а дебильнее. Так, переселение 2. Найдите несколько титановых. Блин, а я предыдущую программу не сохранил. А там бы нам как раз это все. И давайте перейдем в предыдущую. Ой-ой-ой. А, заново, нормально. Перейдем в предыдущую программу по Бырику. Это у нас 5-1. Так.
5-1. Сохраним ее. Как лессон 5-1. Вот так вот. Окей. Так, выходим. Выход, выход. И переселение. А что переселенцы 3? Изготовьте титановые слитки. Да, нефиг делай. Может быть, наверное, за сегодня это все и пройдем. Так, нам нужно открыть нашу программу 5-1. Я так подозреваю, это просто все в цикле. Так? Нет, не так. Это упражнение очень напоминает предыдущее. Теперь у нас есть 3 титановых слитка, которые должны доставить... А, на 3 финишные? На... А, вон оно как. Повторить 3 раза. Искать самый отдаленный титановый слиток. Взять его, перейти к одной из площадок, бросить титин. Говорили лишь про титан. Вот титан, а тут титин. Фиг его знает. Так, ладно. Поэтому, если вы ищете ближайший титановый слиток, радар укажет вам на тот, который вы уже нашли, и принесите на площадку. Логично. Логично. Значит, нам надо найти дальний. Так, внутри цикла, чтобы найти самый отдаленный, используя функцию радар. Последнее значение, минус 1, означает то, что вместо поиска ближайшего... Ага. Вон оно как. Минус 1 надо. И тогда будет искаться не ближайший, а самый дальний. Ну, хорошо. Давайте. For, они говорят 3 раза. Окей. Int i равно 0. Пока i меньше 3. И равно и плюс 1. Так, так. Дальше, 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 дальше. Что, металл? Ну, давайте сразу я вот это и скопирую. 1000. 1000, это, я понимаю, дальность, да, от 0 до 1000. Окей, хорошо. Потом, после этого, нам нужно... доставить на 3 финишные. Так, координата координат x3 равна 10. Координата с... точно. А потом 60, 65 и 70. Окей. Координата y, соответственно, минус 60, минус 65 и минус... Ага, отличается на 5. Самый простой способ получить координаты позиции заключается в использовании значений i цикла for, которое последовательно будет принимать значения 0, 1 и 5. Значит, ну да, блин, прикольно. Я уже думал про какие-то массивы, думаю, блин, а есть ли тут массивы? Оказывается, надо было ознакомиться с входными данными. И вот они. Вот. Действительно, здесь есть зависимость. По ентому, давайте вот эту point. Это у нас будет P. P. Тут 10, а тут минус 60, минус 5 умножить на i. Вот вот таким вот макаром. А, это go to, потом grab, взять, потом point, потом go to и потом drop. Так. Так, ну да, логично. Мы привозим этот титановый слиток, бросаем его, а потом ищем ближайший, и он нам указывает ближайший. Ну это ж неправильно. P. Go to P и потом все то же самое. Так, что опять не так? Точка запятой. Блин, это давеча просто со свифтом разбираюсь. И там вот эти точки с запятой нету. Я-то их ставлю, конечно же, чтобы не отвыкать, но все равно. Накладываю свой отпечаток. Так, едем, едем. Ну, давай, давай, дружище. Нам надо еще третье задание выполнить. А может быть и четвертое. Ё-моё, надо сохранить эту программу. Сохраняем. Давайте 5. Лесом 5-2. Сохранить. Хоккей. Эй, ты куда, ты куда, ты куда? Да, все нормально. И поедет...
И поедет еще этот, и все. В принципе, ничего сложного. Не надо гоняться за каким-то придурковатым ботом. Так, отлично, миссия выполнена. Давай, давай дальше. Ура, ура, ура. Итак, переселенец 3, изготовьте титановые слитки. Не вопрос. Чё их? Опа, опача, чё это? Космический корабль, да ладно. Это космический корабль? Я как-то по телевизору видел, но они были другие. Космические корабли. Ну, в принципе, не знаю. Возможно, в будущем это как раз так и будут выглядеть космические корабли. Кто его знает? Кто его знает? А где тут двери? Ладно. Чё? А это что? Надеюсь, это преобразователь? Да. Так, короче, не понял. А, это косми... Я выбрал космический корабль. Это уничтожить здание. Ого. Не, нам уничтожать не надо. Нам надо выбрать нашего бота. Вот он. Так, нажать F1 и... Так, преобразуйте некоторое количество титановой руды в титановые слитки. После этого сбросьте два титановых слитка на платформы, чьи координаты известны. Ладно, я понимаю. Давайте откроем нашу программу. Там не так уж много, я думаю, нужно поменять. Открыть. Так, как минимум, надо два раза выполнить. Дальше. Координаты написаны известны. Минус 60 и минус 65. В данном случае будет минус 60. Так, координаты есть. Дальше, что нам надо сделать? Деррики добывают какие-то преобразователи. Так, что нам два раза? Подождать, пока не появится некоторое количество титановой руды. Ух ты, а как это подождать? А, вот так вот. Цикл титановая руда не становится доступной моментально. Вы должны подождать некоторое время, пока Деррик ее не добудет. Object Radar пока равно нулю. А, ну да, логично. То есть этот цикл будет выполняться до тех пор, пока не появится руда. То есть некого рода заглушка вставить. Вставить, зараза. Что она не скопировала? Еще раз. Копи. Паст. Блин. Окей. Так, это у нас знакомство с новым циклом, да? Do. While и object radar. Окей. Давайте вот так вот. Object. А здесь object равно радар. А там обычный титаниум. Ну да, в принципе, зачем нам? Блин, радар, то копирует, то не копирует, непонятно, в чем дело. Радар титаниум ор. До тех пор, пока об равно ну. Есть. Это мы нашли. То есть подождать. Дальше перейти к титановой руде. Но перейти ничего сложного нету. Go to делаем. Так, go to object. Дальше. Перейти, взять ее, подойти к преобразователю. Это понятно. Grab. Дальше. Перейти к преобразователю. Это на платформу. Это вот сюда. Go to drop. Сбросить титану, отойти на 2,5 метра назад. Это мы помним. Move. Минус 2 и 5. Ми подойти к платформе. А, блин. Нам к преобразователю. Нам конвертер надо. Вот. Ёлки-палки, поспешил я.
После цикла, когда радар нам надо подойти, мы возьмем, потом граб взяли, потом найти преобразователь. Все верно, вот мы взяли. Потом object равно радар конвертер есть, взяли. Потом, потом надо подождать. Не, нам надо... Чё мы? Это мы взяли. Поехали. Потом нам надо дроп сбросить. Дроп. Потом move на, на минус 2,5. Потом wait. А сколько ждать? Ну, давайте 3 секунды подождем. Потом move на 2,5, потом граб взять, потом поехать к точке, дроп, наверное, вот так вот. Радар, ага, 0.360.0.5, блин, радар, а чуть еще раз, не понял. После второй цикл позволяет нам подождать, пока титановый. Вы должны ограничить дальность видимости радара 5. В противном случае вы немедленно найдете титановый силтак, который только что... Да ёлки-палки, чё же за... ладно, после того, как вы сбросите руду на преобразователь, отойдите на 2,5 метра. Угу. А, титаниум ора, потом титаниум. Блин, а я думал бросить, отъехать, подождать, подъехать и взять. А чё не так-то? Блин, давайте так попробуем. Чё не... Что не так? Object равно... Отсутствует точка запятой. Где она отсутствует? Вот здесь точка запятой? Ладно. Запускаем. Едем. Место за какое место? Ого. Что-то мы натупили. На дробь мы подъехали граб, а потом ищем конвертер. А что место занято? Что нам справка по этому поводу говорит? Да ничего, вот мы нашли, перешли. Go to grab, а потом object radar converter. Ну вот, мы нашли, перешли, grab, object radar converter. Давайте заново. Давайте запустим. Ждет. Хорошо. Ждет, пока космический корабль добудет руду. Странно. Какое место занято, ребята? Что-то опять натупили. Go to, подъехал, взял. Потом я ищу радар. Конвертер. Так. Есть. После цикла вы можете перейти к тому месту. Перешел. Я же после цикла... Перехожу. Go to object position. Дальше. С помощью инструкции. Потом. Использовал граб. Взял. Потом. Используйте инструкцию. Следующее. Чтобы найти объект радар. После того, как вы сбросите руду на преобразователь. Давайте сделаем вот так вот. Я сейчас запущу заново и включу программу. И посмотрим, на какой инструкции у нас происходят проблемы. Так, сейчас космический корабль добудет руду. Вот я поехал. Go to. Подъехал. Grab. Программа выполнена. Как это она выполнена?
Блин, какая-то странная ерунда. Что-то не так. Ну, давайте. Object 1 я еще сделаю вот так вот. Object. Блин, а нафига я тогда еще этот конвертер, кстати? Кстати, да, блин, у меня что-то тупняк. А я нашел конвертер. Мне же нужно к нему поехать. Правильно? Правильно. Значит, go. Go to. Я просто пропустил. Go to. Object.position. Утро, утро. Голова не работать. Точнее, спать хочется. Так, место занято. Давайте заново. Еще раз, еще раз. Да. Ждем. Космический корабль добывает руду. Добывай, добывай, поехали. Взяли конвертер, ищем, едем. Конвертер. Надо было wait 5 секунд все-таки сделать. Поставил, отъехал. Бу-бу-бу-бу-бу. Понятное дело. Wait надо. Давайте поставим не 3 секунды, а 8 секунд. Вот так вот. Так. Так, перезапуск. Ну, давай, поехали. Да, чем дальше, тем все не так очевидно. Ну, я думаю, будет интересно, когда мы уже в режиме свободной игры или в режиме миссии уже что-то будем выполнять. Вот, когда эти задания закончатся. Так, давай, давай. Давай, 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 езжай. Ну, мы там, да, 8 секунд ждем. Наверное, надо было не 8, надо было, наверное, 10, блин. 8, 8, нет, даже не 10. Наверное, секунд. Давайте 15, на всякий случай. Титан доступен, ну, молодец. Ну, давайте, предпоследнюю. Последнюю попытку поставим 20 секунд. Если не получится, то тогда будем следовать их рекомендациям. Там цикл какой-то крутится должен быть, пока не станет доступна эта руда. Мы же ее туда положили, значит, знаем, что руда скоро будет. Надо только подождать, там, перекурить. Ну, роботы, наверное, не перекуривают. Так, а давайте я вот этим пока подойду поближе. Вот, он стоит постоянно. Это же затечь могут там, не знаю, мышцы или как. Но надо двигаться. Титан доступен. О, с 15 секундами угадали. Так, раз. И теперь точно так же сейчас он поедет. А если я сюда зайду... Вот, давайте вот так вот встанем. И преобразует ли меня вместе с этой рудой? Блин, не хочет, блин. Фу, да, ну уже в 15 секунд мы не влезем. Если б тут цикл крутился, ладно, я сейчас давайте остановлю запись и переиграю. Но что мы узнали? Мы узнали, что если туда кто-то зайдет, то вот этот преобразователь работать не будет. Итак, кстати, вот здесь вот есть прогресс. Работает. Это сейчас вторую руду он доделает. Мы ее отвезем. И миссия будет завершена. Вот, преобразует. Давай, забирай. Ну и думаю, все. Потому как... Миссия выполнена. Хотя можно, давайте уже последнее задание быстренько посмотрим. Может быть, его можно быстро выполнить, чтобы потом уже перейти к функциям. Так, переместите титан слиток через препятствия. Блин, это дебильное задание. Какие, где препятствия? Куда? Нажмите F1, чтобы это летающий сборщик.
Так, используйте инструкцию радар, чтобы найти титановый слиток. Хорошо, это мы делали. Копируем. После этого проверьте, найден ли титан в действительности. В этом упражнении эта строка не имеет большого значения. Так, тем не... Это, по-моему... А, это повторение с какого-то задания, вот недавнего. Ну, текст вижу такой же. Так, переместите титановый слиток на финальную... Вы не знаете, где лежит это... Инструкция. Так, крылатый бот может перелетать через преграды. Инструкция go to, если ее применить на крылатом боте, позволит автоматически взлететь в начале и приземлиться в конце маршрута. Эта инструкция может получить и второй параметр, который не является обязательным. Высоту полета. Если второй параметр не задан, высота полета будет установлена по умолчанию на 10 метров. По умолчанию на 10 метров вылетает. Так, так, давайте. Ищу титан. Титаниум. Интересно, тут есть люминий. Очень, очень важный ресурс. Люминий. Так, если не нашли, ну понятно, нашли, то go to. Окей. Типу object, чтобы... Нам известны координаты финишной площадки. Вы должны задать перемену типа point. Так это я делал в предыдущем, что-то я не пойму. Комментарий. Вы не должны волноваться о координате Z, так как бот не умеет летать. Как это не умеет? У нас вот этот как раз умеет. Ладно, point, P и какие там координаты были? 10 и минус 60, так? 10 и минус 60. И аграб нам же надо взять. Правильно? То же самое. Ну да, вот, go to. Он летит, потом grab. Потом point, потом go to p. И drop. Вот так вот, правильно? Правильно? А ну давай лети, дружище. На 10 метров. Так не надо было так высоко. Эй! А, приземляется. Взял. Взлетай. Надо было ему установить 5 метров. Этот слишком высоко. Он взлетает. Какие-нибудь пауки увидят и приползут. Надо... Отлично, так он же не приземлился. Ну да ладно, нам лучше. Миссию прошли и все на сегодня. Итак, мы прошли, и у нас осталось функции, я думаю, в следующем видео разберем. И классы тоже разберем. И потом, думаю, перейдем к миссиям. Тут есть одна миссия, есть, и есть свободная игра. По-моему, это одно и то же. Задание. Есть задание. Введите бота. Используйте радар. Нет, подождите, мы это что-то такое... Ой, вот это точно тупое задание, тень 2. А, так это просто, это то же самое. Пользовательские уровни недоступны. Ну да ладно. Вот, поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.